Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана тебя лично поздравил Жан-Клода Юнкера с избранием на пост председателя Европейской комиссии. Глава государства выразил уверенность, что обширный опыт и глубокое знание европейских вопросов помогут Юнкеру внести большой вклад в устойчивое развитие ЕС. В поздравительной телеграмме президент страны выразил надежду на то, что взаимоотношения между Казахстаном и Европейским Союзом поднимутся на качественно новый уровень.